Туристический потенциал нашего края обсудили на международном российско-казахстанском форуме. Так, фестиваль «Большой Алтай» и маршрут «Алтай-Золотые горы» сейчас вошли в число новых региональных туристических брендов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Делегацию края в Петропавловск возглавил губернатор Виктор Томенко. Во время форума можно было ознакомиться со стендом под названием «Алтай – все настоящее». Работа получилась плодотворной. Представители туриндустрии региона заключили ряд соглашений с казахстанской стороной. Так, партнеры договорились развивать въездной и внутренний туризм. Следующим летом край должен принять спортивный фестиваль «Большой Алтай», в котором участвуют делегации регионов России, Казахстана, Монголии и Китая. Виктор Томенко поддержал инициативу о включении в программу праздника мероприятия этнической направленности.